Мексики. Всем привет, с вами канал Артмани. Нет, зачем говорить канал Артмани? Вот смотрите, где мы находимся. Посередине аллея, деревьев. Сатурик. Они прям такие. В ряд посажен, как забор. Аллея. Это этот. Как его? Боярышник, только другой. Как красивый. Там красиво, как смотрится. Ну-ка, Санька, еще раз как-то стоял. Лицом ко мне. А? Упал, что ли? Что-то? А вот там очень красиво смотрится. Такое местечко заколдованное как будто. И в ряд, главное, они так посажены все. Тут он все попилили. Вот, видишь, ветки лежат сухие. Это старые. А это старые, это, наверное, еще там на днях. Много дней. А тут какое-то здание, он белый с голубым. А я все время думаю, почему у меня в памяти остался здание, постоянно цвет белый с голубым в сочетании. МНЕЦТМ. Международный, а научно-исследовательский институт. А что? Все что? А, там брошенность какая-то. Пошли туда. Не, я не пойду туда. Там гаражи какие-нибудь, бомжи. А вон сорока. Эх, ты, блин, не успела. Красивая такая сорока была. Нет, туда нам не надо. Сейчас мы там с другой стороны еще пойдем. Прошли мы через арку, вот эту вот арка. Смотрите, куда попали. А тут какая красота. Я вот так вот на институт здесь училась. Сюда вот приходила. Хотя молодой, конечно, когда подросток, молодой, да, это не понимаешь. Цветочки набрали мы уже. А вот когда вырос уже, вот так, честно, вот не хватает природы. Уже 5 лет скосы. Хочется куда-нибудь выехать, где-нибудь побыть. А тут, смотрите, вот как типа деревня. Поле. Прям такое класс вообще. Шикарно. Да, главное не заблудиться. Прям вот. Что-то вот они. Даже я даже не знала, вот честно, что здесь такая красота. Я здесь была один раз с подружкой. За ней что-то там заезжала, потом мы куда-то ехали. Мы сюда даже не заходили. Травка, правда, конечно, уже такая выцветшая. Это все иря ела, мама, видать, иря. А тут ветер такой. Сегодня у нас 25 градусов днем будет. Да, завтра. Сейчас мы до туда с тобой дойдем. Посмотрим, что там. И пойдем, мы приехали к врачу с Димой сегодня. Пойдем к врачу, а потом пойдем в загородный парк. Там тоже лес, красиво. Ну, тут интересно, конечно. Сюда елочки. Елочки, да, мне уже как-то садится. Ба, а тут еще какое-то здание. А вон там уже все, часть города. А здесь вот брошенность. Я люблю такое вот. Смотри, Дим, грязь, аккуратно. Ой. А на солнышке прям тепло-тепло. Знаете, так хочется прям раздеться. Раздеться, шорты одеть. Ну, 25. Некоторый народ уже в шорты ходит. Да, там мужики вон какие-то. А тут поле, а тут сразу, смотри. А тут сразу начинается уже деревня. Не идем, дальше не пойдем, Дим. Там уже деревня, как будто. За дом все? Вон уже такой. Все? Дом я вот. Батарея садится. Мы уже дошли. Там не пойдем, там дальше уже деревня. А здесь как классно. Грязь. Асфальт, смотрите. Старый, еще в советские времена его делали. Такой был асфальт, я помню. Такой вот он. Неровно, а такой с козявками. Кстати, еще с советских времен этот асфальт до сих пор тут лежит. Вот тут как красиво. Рябиночки. Травка, правда, не такая зеленая, яркая. Там собачка уже гуляет. Смотри, на какашку наступишь опять. Какую? Коричневую, конечно, Дим. О, сейчас шлепнешься. Вот мы и дошли. Да, мы дошли. Дошли вон аж до пуда. Как красиво там вдалеке. Отсюда вы смотрите. Ну, Диме, конечно, надо на дерево залезть.
мальчик чешет. Как красиво. Как в лесу. Здесь вот травка хорошая. Ага. Как смотрите, тут это листики попадали, желтенькое вон. Через камеру тут не так ярко, но там очень красиво. А в бадминтон играют. Или в теннис. Красиво как. Где еще листья? Какая красота. Так красиво здесь. И вот там машинки какие-то. Не хватает какой-нибудь. Дима, Дима, не надо ломать. Диме раздолье. Побегать. Ёлочки. Какой запах вообще здесь. Аромат. Дима, не надо, не трогай. Кого? Варики. Ты залядки или подвинься? Там уже пособирали вон. Всякие шишки. Правда, их Дима уже шлепнулся. Елочка, так тепло сегодня. Классно так. Кстати, я уже снимала на камеру. Вон там вот советская старая каруселька такая. Кто ее помнит, может быть. Старые карусели. В прошлый раз мы гуляли. По весне, что ли, я ее видела. Вот это моя любимая. Уже ее всю исписали. Видно, что она уже не работает, скорее всего. Уже вся такая... Прямо старый, как осталось, как аксессуар какой-то. А колесо обозрения, оно работает. Кстати, он когда-то не работал. Это Дима, когда еще папа родился. Там как красиво. Это когда еще папа родился их сделать. Да, да, да. Советских, не знаю, много им лет. Я помню их. Да. Находишь в лесу, оттуда вот сви, уже назад из двух, еле-еле, да. Смотрите, что мы нашли. Это, видимо, это беседки, здесь было кафе. А вон там вообще плакучая ива. Это как красиво, мне нравятся такие вот, когда деревянными штучками так сделано. А вот это в унитаз нагси был. Фух, уже обратно возвращаемся. Парк. Надышались воздухом свежим, офигенно. Надо почаще сюда приходить. Здесь даже свет был. Красиво как. Дим, не лази, пожалуйста. Унитаз был лазь. Сейчас пошел ответ. Там он, видимо.